Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся совсем недалеко от пещер, в которых были обнаружены плиты, эти глифы, на которых, собственно, и были начертаны секреты портальных технологий и секреты того, как, собственно, справляться с прорывами демонов ада. Здесь мы встретили доктора, который нам помог, дал нам ценные данные, дал свои коды доступа. Теперь нам нужно возвращаться назад. Так, только кто бы нам это дал сделать. И... блин, ты посмотри, сколько их тут. Ёлки-палки. Короче говоря, нужно с помощью его кодов доступа добраться до пещер, где находится портал, созданный уже не местными учеными над мозгами, которые натворили весь этот бардак, а созданный демонами. Если мы не сделаем это до того, как... Ой, я пакость. До того, как сюда прилетит флот Земли, то все обречены. Так, ну что? Да, блин, ты посмотри. Я так понимаю, что сейчас пойдет совсем густо по врагам, потому что мы уже близки к финалу игры, насколько я понимаю. Нам осталось... собственно, пробраться по пещерам. Я, честно говоря, совершенно не помню, куда идти. Сейчас будем вспоминать. Мясо кровища на стенах. Теперь у нас доступ разрешен вообще везде. За дверью кто-то есть. Ну, это понятно. Мелочь пузатая. Уже не привыкать. Еще ревенант. Иди сюда, родной. Ой, поймал. Да что ж такое-то, да? Офигеешь, мне, короче, просто. Вообще против них оптимальное оружие это плазмоган, потому что у него очень большой радиус разлета. Кроме того, сами шары тоже огромные просто. Поэтому его ракеты, вылетающие, очень легко ими зацеплять. Так, все, теперь мы можем попасть сюда. Давайте сэкономим игру. Где ты? А, блин, откуда ты? А, вон ты наверху стоишь, смотри. А, блин, уйди, мелочь. Все. Я так понимаю, что оттуда мы поднимемся сюда. Поэтому давайте попробуем. Кстати говоря, время 10:30, если вы слышите какие-то непонятные звуки, это снова мои соседи. Так что, прошу извинить, эти люди просто не спят. Надеюсь, они сверлят себе голову, потому что иначе прощения им просто нет. Ох, так, хорошо, мы едем в ремонтную зону, оттуда, видимо, попадем. Слева кто-то есть. Справа тоже, отлично. Хорошо. Марс. Давно не видели поверхность. Что это интересно там такое? Какой-то пульт. Офигеть. Сюда я не хочу. Ну это просто уже издевательство какое-то. Что дальше? Мы просто идем по коридору из кишок. Отлично. Где ты? Где ты? Да. Ты там, что ли? А, да, блин, как ты тут появился? А, там дверь есть. Да, неплохо так. Нас тут приветствуют. Не, ну это просто... ненормально. Не, только не говорить, что нам туда нужно идти. Только не это. Как о демонах в закрытых помещениях. Супер. Капец. Горящая плоть. Почему-то даже какие-то не просто плоть, а какие-то кишки.
Да. Да, а вы откуда беретесь-то в таких объемах? По такими темпами уже просто геноцид скоро устроим население. Войска, да. Что бы это ни значило. Так, ладно. Хорошо. Плазма BFG. Кстати говоря, существует много версий, как расшифровывается эта аббревиатура. Ну, вроде как сами разработчики из ID или IT Software, кому больше нравится, как заявляют, что это Big Fucking Gun. Ну, наши фильмы перевели большое финальное глушило, что было совсем тупо. Так, хорошо, вот мы добрались до этого пульта, который видели из окошка где-то вот тут. И что же это такое? Разблокировать автопогрузчик. Давайте попробуем. Доступ в пещеру открыт, говорят. А, ну получается, мы сейчас вернемся назад и через гараж продвинемся туда. Окей. Найти пульт погрузчик. Я, по-моему, знаю, где он находится. Вообще, да блин, я думал, ты на земле поедешь. Две штуки сразу. Издевательство. Причем в таких помещениях, где против них особо и не помашешь ты ничем. Да. Окей. Так, нам опять по этому приятному коридору. Супер. Блин, я сюда даже залезть не могу. Может быть, нам сюда? А, ну да, похоже. Я честно скажу, я не хочу знать, что это такое. Это же ну просто капец. А ну, ёлки-палки, вот никуда не денешься. Фу, все больше и больше, ну. Кто там ноет? Так, и я так понимаю, это бесполезно. А, вот, отлично. Это просто капец какой-то. Так, ладно. Не палимся. Супер. Офигеть. По такому толстому слою дерьма мы еще ни разу не гуляли. Так, тут свободно. Идем в гараж, судя по всему. А вот он. Внушает такой мотовоз. Перед отправкой закройте люк кабины. Окей. Прочно закрепите. Подожди, какой люк кабины? Что у меня тут? Это вот эта штука должна это сделать? Я что-то недопонимаю. Да. Так, давайте осмотрим эту машинку. Возможно, где-то что-то нужно подрубить. Ну, по крайней мере, подобрали плазму. Так, сохранимся. Есть подозрение, что эту дверь нужно открыть. Так, никаких терминалов нет. Я не хочу сейчас ходить никуда. Но там вроде как была еще одна
закрытая дверца. Придется, видимо, туда переть. А, вот ты посмотри, оно само сработало. А только что не работало. Ну, окей, почему это происходило, я не знаю. Но как бы там ни было, мы приехали к пещерам. Так глубоко мы еще не забирались. Здесь просто земля вибрирует, кажется. Что? О, какие звуки-то хорошие. Фончики. И погнали. Зона 1, я так понимаю, будет и зона 2. Ну, давайте осваиваться. Тихо, 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 тихо. Ну, поперли. Блин, ну. Сверх никого. И сколько у вас? Ёлки-палки. Блин, а откуда уберется вообще все? Хорошо нас тут приветствуют. Отлично. Ох ты, ёлки-палки. Ох, мать. Так, ну чё? Нормально приехали, называется. Сразу отхреначили по полной программе. Лады. Тут что? Тут что-то есть. Ручные гранаты. Я им, кстати, давно не пользовался. Ну, как-то особо смысла нет. Потому что враги все в основном сейчас лезут уже в упор практически. А с местной упоротой физикой, когда кидаешь эти гранаты, не понимаешь, куда они прилетят. Поэтому ну их нафиг. Так, сгорел на работе, я смотрю. Мы тут не пролезем? Нет. Ой, мать. Да что ж вы... Блин, я уже ненавижу это место. Нормально. Место это просто пипец. Да, блин, еще кто-то прет. Ну давай. О. Тупые. Приехал. Малек. Вы же отстанете от меня, нет? Через каждые 15 секунд набрасывать на меня врагов, это, по-моему, некрасиво, неприлично. Так, Че еще? Кого пришлете? Ладно, раздевалки. Да, блин, твою мать, ну что ж ты издеваешься на самом деле, что ли? Я тебя посмею теперь кровью, ты мне за это ответишь. Что надо как бы погреться. Блин, опять эти. Опять двое. Ну да. Фух. Так нам... Добрый день. Так нам пробиваться еще ни разу не приходилось. Чтобы на каждом шагу. Хорошо, что это было? И
твою мать. Это ненормально. Что происходит? По-моему, еще один был, нет? Да, тут только что, похоже, завалился. Круто. Оставьте меня в покое, мать вашу. Зачем вас так много? Пустое помещение. Такого в этой игре не бывает. Ну да. Ох, отлично. Наловил. Помню, я слышу шаг чей-то. Топот. Вроде нет. Да откуда ты взялся, тебе это? Да, это было ужасно, я признаю. Так, вкололи себе адреналина. Да. Здесь с нами уже особо не цаскаются. Просто кидают пачками врагов волнами. Обойдемся без куба, душ пока. Его просто сожрали. Сохранимся, потому что есть подозрение, что ничего хорошего нас тут не ждет. Вызвать главный грузовой лифт. Понятно, с пульта. Ну, там так, я чувствую, далековато спускаться. Понятно. Падать не стоит. Автопилот меня не подвел, похоже. Но сюда мы, да, не попадаем. Как-то я сразу понял, что нужно идти сюда. Ну, как обычно, за спиной упор. Уже пора привыкнуть просто к этому. Да уйди ты, ну! Спустись. Ладно. Допустим. Грузовой лифт разблокир. Нормально. Обыск крупных артефактов выполнена. Обыск последних артефактов не выполнена. Значит, там еще что-то есть. Понятно. Посмотрим. Все вроде. Кругом только трупы. Отлично. Чьи это шаги? Кто тут вообще? Вы слышали это вообще, нет? Если по топоту судить, ребенок бегал. Опять что-то было снизу.
Пойдемте проверим. Ну да, отлично просто. Лифт наверх отправить можно? Нет. Ладно. Вроде никого. Что-то меня это как-то, надо сказать, потревожило. Журналы. Подробная декларация груза. Различные артефакты небольшого размера, запакованы на нижнем уровне исследовательской лаборатории. Упаковка производилась в спешке из-за угрозы отключения, однако ущерб должен быть минимальным. Разрешил координатор перевозок Киртли. Понятно. Опять вот. Ну это ладно. Смотри, сколько их. На самом деле твари скорее неприятные просто, чем опасные, потому что сделать они нам особо ничего не могут. Ну да ладно. Так, что, лифт приехал, нет? А, его же вызвать надо. Так что... Супер. Я надеюсь, ты не против, если я возьму то, что принадлежало тебе. Так, ну и все, вызываем лифт. Пора вниз. Service lift called to station. Я так и знал, что просто так он не поднимется. Не та игра. Игра на самом деле... Ой, твою мать, что там идет? А, лестница поднята. Ладно, хоть так. Без куба душ, наверное, сейчас было бы довольно плохо. Так, все, приехал. На самом деле игра перенасыщена экшеном. Я думаю, если бы противников сделали гораздо сильнее, но чтобы их было раз в 10 меньше, это было бы гораздо страшнее и атмосфернее. Но, в принципе, даже в этом виде игра крайне неплохая. Ну что, поехали. Я так понимаю, спуститься нам просто так не дадут. Будут летающие кокодемоны, скорее всего, или кто-нибудь будет респауниться тут. Это, кстати, сильно испортит момент. Просто посмотрите на монументальность всего этого. О, звуки какие. Это сверху крики? Нет, это... Да, это сверху. Блин. Ай. Что мне там? Чем меня щипало-то тут? А, вон он. Уф, ну, ладно, приехали как-то. Что это тут у нас? Пройти-то можно вообще, нет? Не знаю, давайте мы на этом остановимся. В следующей серии уже двинемся по нижнему уровню пещер. И тут, я думаю, нас ждут самые интересные открытия. То есть такой логический итог серии подвели. На мой взгляд, так будет интереснее всего. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.